Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SIM, новинка под номером 35698. Это у нас пулеметчики с пулеметом Максим. Максим образца 1910 года. В данном наборе компания SIM поступила, опять же, интересным образом. Так часто бывает по поводу совмещения наборов. У нас получается пулемет Максим в наборе. Он лежит, вкратце подвязался по литникам. Сейчас я вам покажу. Он у нас идет. У нас вот один пакет с литниками. Как всегда скажу, что у нас коробка из плотного картона и красочный боксер. Хороший, интересный, красивый. Далее. По поводу объединения наборов. Вот наш пакет с литниками. В пакетике у нас 4 литника. Из них 2 литника идут от набора под номером 35674. Вот он. Вот эти 2 литника, это идут из этого набора. А непосредственно получается фигурки, они, я так понимаю, были выполнены чисто под этот набор. Так как литник чисто под номером нашего набора, который я показываю обзор. И также у нас есть в наборе еще один литник. Это у нас литник вооружения. И это у нас литник из набора под артикулом 35672. То есть получается у нас этот набор, по сути, объединение двух уже имеющихся наборов и добавлением фигурок чисто новых выполненных. Давайте, друзья, немножко литники отложим. Далее у нас в коробке идет инструкция. Инструкция в виде листочка глянцевого. Это у нас на миниатюру. Давайте я покажу номера, которые необходимы при сборке окраски миниатюры. Вот такие номера. И второй листочек. Это у нас листочек из матовой бумаги. Давайте там тоже покажу. Это у нас вот такие вот. Потребуется такая краска для сборки краски модели. Ну, тут сложного ничего нет. То есть сборка показана подробно. В фигурах также. И цвета, и сама сборка показана подробно. Давайте непосредственно к обзору литников. Сразу бы хотел бы обратить внимание на литник с миниатюрой. Компания SIM, по моему мнению, ну не только по моему, уже много отзывов читал, одни из самых лучших миниатюр, которые выпускаются на рынке. Миниатюры выполнены качественно, то есть отливка она у них отличная, лица пролиты четко, то есть все черты лица, глаза, все сделано отлично. Так, далее, что хочу сказать про стык пресс-форм. Его здесь нет, то есть проблем он не доставит. Дальше у нас тут выполнены фигурки в сидячем положении. То есть у нас идет туловище отдельно, ноги выполнены отдельно. Руки также выполнены отдельно. То есть все фигурки они разделены, что немного, мне кажется, упростит окраску. То, что ноги вот так красят отдельно какие-то части. Так, ну, лицо я уже сказал, что сделано хорошо. Пролита миниатюра отлично. Далее у нас литник с вооружением. На данном литнике присутствует большое количество мелких деталей. И хотел бы на это обратить внимание, что они выполнены и пролиты хорошо и качественно. Далее еще хотел бы сказать, что на данном литнике у нас находится большое количество вооружения. И после сборки данной миниатюры у вас очень много останется в запасе для будущих ваших, возможно, моделей, диорам или каких-либо других целей. Пролиты все мелкие детали, все хорошо и четко. И наши два литнички. Это у нас с пулеметом Максим. Судя по инструкции, у нас данный пулемет можно собрать в двух положениях. Это походное и непосредственно положение стрельба.
Так, тут также у нас проливка выполнена хорошо. Тут тоже. Еще один литник. Это у нас также детали пулемета. Также здесь присутствует пулеметная лента, которая пролита хорошо. Мелкие детали пролиты отлично. Вот на этом я завершу наш обзор. Еще раз хочу сказать вам, что если вы увлекаетесь миниатюрой Первой мировой войны, то обязательно покупайте данный набор. Он вам понравится. Так как пролиты у нас литники качественно, стыков пресс-форм у нас нет, и каких-либо проблем при сборке у вас возникнуть не должно. Всем спасибо, всем пока.